Привет, друзья! Это программа «Мужские игрушки» на телеканале «Точка отрыва». Сегодня мы будем говорить про удав. Этот зверь заинтересовал российскую армию. Но если вы думаете, что змея станет на вооружение, нет, это не так. Речь пойдет о новейшем российском пистолете. Спонсор этого выпуска – магазин «Калибр Шоп». Это онлайн-магазин, где вы найдете все для своего ЧЗ по низким ценам. Оригинальные запчасти, ремкомплекты, тюнинг. Магазин находится в Чехии и работает напрямую с заводом «Чешская Збройовка». И все запчасти, естественно, оригинальные. Сотрудничество с заводом-производителем исключает лишних посредников и необходимость держать большой склад запчастей, что, конечно же, положительно сказывается на цене, которая на 15-20% ниже, чем в других магазинах. Вы всегда сможете напрямую связаться с администратором магазина ВКонтакте, написав сообщение с вопросом или просто посоветоваться по тюнингу вашего пистолета. В «Калибре» вам всегда объяснят, посоветуют и помогут с выбором. Заказ можно оформить либо самостоятельно через сайт kaliber.shop, либо написав сообщение в группу ВКонтакте со списком товаров, которые вам нужны. Все запчасти, представленные в магазине, не основные, поэтому нет ограничений на оборот. Доставка в России международной почтой 1-2 недели, а курьерской службой от 3 до 7 дней. Промокод KALIBER2020 даст вам скидку 10% на заказ до конца года. Итак, у нас есть два пистолета, которые уже сделали серьезный шаг в сторону спортивного оружия, гражданского оружия. И обычно у нас оружие делается для военных нужд. Оно часто с огромным запасом по надежности и другим моментам сделано. Но у него есть определенные недостатки в пользовательском смысле. Поэтому я уже вижу здесь определенные различия с теми первичными модификациями, которые у нас представлены. Расскажи, пожалуйста, нам о том, какие основные изменения. Вот я вижу увеличенная кнопка, заниженная линия вот эта, которая может блики давать и так далее. Да. Скажи, пожалуйста. Здесь, наверное, по одним конструктивным моментам, как вы сказали, это первое — отсутствие предохранителя, но при этом полное обеспечение безопасности по всем, в том числе и армейским требованиям. Это безопасность при падениях и прочих условиях, и нерегламентированных условиях эксплуатации. Первое. Защелка магазина. Она здесь не только увеличена, но и ход ее несколько уменьшен для более сбросового сброса магазина. Мы это даже можем, наверное, да, сейчас быстренько продемонстрировать, сравнить. У меня мясистые большие руки, и часто бывает, что я просто не дотягиваюсь до кнопки. Здесь же она увеличена, и небольшой ход у нее. Соответственно, перезаряжание происходит намного быстрее, чем на обычной армейской модели. И я скажу еще, здесь внутри пружина работает таким образом, что пистолет может избавиться от магазина, это нужно при замене магазина, практически под любым углом. То есть он буквально вылетает. Ну и в том числе хочу продемонстрировать на затворную задержку, что тоже крайне важно является. Угу. Чтобы при смене магазина, если уж до нее дело дошло, чтобы тоже можно было его выбросить. Это здорово, потому что некоторые стрелки сталкиваются с проблемой, и военные в том числе, что, пытаясь поменять магазин, они делают вот такое сильное движение для того, чтобы помочь ему выброситься. Да. Здесь же можно обойтись даже под углом, без этого движения он вылетает совершенно спокойно. Да. Что еще? Второй особенностью – это затвор. Mm-hmm. Затвор здесь сделан более хватким, это и более ровным, гладким и удобным. Но особенностью данной еще схемы в спортивном образце является следующее. Сейчас ныне модной тенденцией является low access barrel, как вы говорят по-английски. Barrel, то есть стараются, чтобы ствол был максимально близок к стволу. Но в данном случае это путь не всегда правильный в моем понимании. Есть другая особенность. Как правило, лучше всего работает не именно рычаг, который образуется при хвате, а именно масса, которая работает. Вот вы сейчас попробуйте. В данном случае центр масс подвижных частей данного образца, он максимально занижен вниз. И даже при достаточно высоком хвате относительно ствола подброс оружия будет небольшим. Потому что именно масса работает, а не рычаг в нашем случае. Вы сейчас это продемонстрируете. Если кто-то с этим не сталкивался, сейчас пистолеты имеют все более и более высокую задранную рукоятку относительно ствола. И если раньше у револьвера приблизительно так рука относилась к стволу, то пистолеты приближают у Глока вот приблизительно так. И, ну, вот я сравниваю, приблизительно плюс-минус, как у Глока. Еще особенность здесь в том, что здесь стоят прицельные приспособления стандарта Глок. В данном случае
это нужно для тюнинга и больше ремонт пригодности. В данном случае стрелок может индивидуально подобрать себе какие-то прицелы. Либо обычные, либо, допустим, с нитями светоэлементами оптоволоконными, либо, например, с третьими. Либо вообще спортивные. Это здорово. Регулятор. Если вы сталкивались, например, с батарейками, то вы знаете, если у вас какая-то редкая батарейка или несменяемая батарейка, у вас будет большая проблема. Если же вы можете в любом магазине купить себе пальчиковую батарейку 2А, то вы будете пользоваться техникой с огромным удовольствием. А теперь давайте узнаем, насколько этот пистолет вынослив. Перейдем к краш-тесту. Но раз вы заявили, что он держит, значит надо. Ладно. Давайте попробуем побросим. Давайте на рукояточку бросим. Так, все, разрежем. Как бросать будем? Да, вот так, прямо на курок. На курок. Пожалуйста. Самое опасное падение. Давай. Ты готова? Да. Повыше. Я вижу, тут даже след на попере пробился. Ну, царапины, конечно, есть, этого уже никак не избежать. Но... И ударился он чем? Какую часть? Вот эта часть. Да. Для спорта нужен либо декокер, либо более массивный курок. Я хотел сделать здесь вот это. Угу. И все. Еще выше. Да, варвары. Прямо с максимальной высоты. Варвары. Вот так мы приехали и ломаем чужие пистолеты. Да. Николай Николаевич, дай два патрончика, пожалуйста. Есть 109 на 19. Можно даже одним кадром. Сейчас мы зарядим. Да, обязательно. Извиняемся, другой магазин. Николай Николаевич, возьми. Другой магазин берем. Проверяем на работоспособность. Разрешите я. Ну, кто бы сомневался, что он будет работать. Еще одной из особенностей нашего, как бы, еще именно хвата, ну, это уже основывается и тем образцам, тем, что здесь при формировании правильного хвата руки не ложатся полностью на подвижные части механизма. То есть практически очень удобный хват осуществляется. Совсем недавно мы испытывали огромную массу пистолетов от Desert Eagle до Glock, и я рассказывал, какая для меня существенная проблема — затворная задержка на Glock. У меня хват высокий, и я своим большим пальцем постоянно ставлю на затворную задержку. Если в этом пистолете вообще здесь нету затворной задержки как таковой, то и проблемы нет. Есть, она внутри расположена. При откате назад подвижные части останавливаются здесь на затворной задержке. Вы можете здесь увидеть. Но при досылании нового магазина он автоматически досылает патрон в патронник. То есть не тратится это лишнее время на рычаги, которые необходимо найти, которые, возможно, не поймать в перчатках или закусы. Все это исключено. Это здорово и по-своему инновационно, можно сказать. Пару слов о том, что здесь сделаны насечки. Видимо, от марева и от отблесков. Или данная для чего это сделано? Насечка сделана, она очень сильно сблевает отблески на низких прицельных приспособлениях. Одним из важных параметров кучной и точной стрельбы является приближение оси прицеливания к оси канала ствола. Да. Вот здесь она, ну, практически минимальна. Вот уровень можете оценить и так далее. Я выражу очень большое сомнение в том, что вы сейчас сказали, Иван. Почему? Никакого отношения к точности это не имеет. Ну, к точности, возможно, нет. Но мы стреляем в снайперской винтовке где-то 12 сантиметров. А вы сейчас почувствуете, когда постреляете это на 9, хорошо, на 21, возможно, на 100 метров, это очень существенная разница. И очень интересно. Хорошо, да. Хорошо, здорово. Стреляю вот в то крепление. Да, на 2-3 выше сантиметра получается. Ревью. А какая дистанция там до попера, до дальнего? На нем дистанция была 100, но на 100 от нуля. Чуть пониже, да, надо целиться, потому что пуля еще будет подниматься тогда. Нет, наоборот, повыше. Как повыше? Она же, если не 25, она только вверх летит. У него траектория здесь практически прямая. Берите где-то сантиметров на 20 выше попера, будет нормально. Попробуем. Вы можете вверху. Но обычно вообще равно, надо ниже целиться. Они все равно падать не будут, они с отрицательным углом, поэтому только брякать. Улетел влево, да? По-моему, вы попали, если честно. То есть там где-то цепануло с середины. Есть, да. Левит что-то. Либо прицельный, либо я. Да, нет. Попробуй здесь чуть провешу, может. Получше. Это ресет такой или кончились патроны? Ресет. Ресет.
крайне. По пластикам. Значит, я вижу, что здесь используется пластик, и он, скорее всего, вынослив относительно всяких температур низких и тому подобных вещей. Хочется отметить, что все компоненты данного пистолета отечественного производства полностью, то есть иначе он просто в армейку не попал бы, да. И так далее. Данный пластик является тоже разработкой нашего института, о котором, ну, его много рекламируют. Наш пластик выдерживает все, все температурные диапазоны, падения с большим запасом и ресурс. Да, последнее время используются пистолеты, последние годы это тенденция, с полимерными рамками. Они дают большие преимущества, но имеют и недостатки. И один из серьезных недостатков – это работа на холодной погоде. В мороз, например, в минус 30, при стрельбе может треснуть рамка. Это приводит к полной неисправности пистолета. Соответственно, здесь это учтено? Да. Какие температуры он держит? Стандартная температурная вилка для нашего оружия является температура от минус 50 до плюс 50. Но мы выдерживали в том числе и большие температуры, то есть, например, минус 65. В том числе у нас проводились тенты и с космическим холодом, ну, минус 198, mm-hmm. когда его в азотку засовываешь и минутки 3 там держишь. И после этого выстрел даже происходит. И дальше, когда он отогревается, он работает, да? Да. Это очень здорово. Это крайне важно, единственное, делать это при низкой влажности, иначе его просто, когда вытаскиваешь его, на нем просто налить появляется огромная сразу. Ну да, конденсат. И тогда уже конденсат. Бессмысленно стрельбу вести. Да. Я сам служил, когда в армии, мы с автоматом Калашникова ходили в мороз, и когда мы возвращались обратно в казарму, то он просто облеплялся снегом, да, да, и да. невозможно было передернуть затвор, разрядить его. Да, да. Итак, вы можете увидеть, что обычные гражданские патроны и те военные патроны, они даже внешне заметно отличаются друг от друга. И вот этот патрон 9х21 очень-очень мощный. У него пробивная способность такая, что он может некоторые бронежилеты прошивать на вылет. Особенно, если это военный патрон и у него есть сердечник. Мы будем стрелять им, конечно, ожидаемая отдача более высокая. Это весьма интересный пистолет. Как видим, он сделан для армейских нужд. У него ствол более длинный, с резьбой, для того, чтобы я мог использовать вот такой красивый глушитель. Этот глушитель, как во многих иностранных боевиках мы видим, накручивается, но работает по-настоящему. Если в иностранных боевиках, накручивая глушитель при стрельбе, вы видите большую вспышку, то здесь ее, конечно, быть не должно. Мы это проверим. Также увеличенные прицельные приспособления для того, чтобы стрелок мог, вне зависимости от более высокого глушителя, нормально, удобно прицеливаться. Отдача на нем другая. У него есть предохранитель, который необходим для тех, кто служит, поскольку они постоянно носят оружие с собой, и оно должно быть у них на предохранителе. Но что болтать, лучше стрелять. Сейчас мы оценим, насколько он хорошо глушит выстрелы. Интересное ощущение, масса больше, другое ощущение подброса. Я соприкоснулся с предохранителем, но если бы на ПМе мне поцарапало бы палец, здесь он довольно плоский, и это не так повлияло. Двойной выстрел. Дозвуковые патроны по своему названию говорят о том, что они летят меньшей скорости звука. Летят с меньшей скоростью, но зачастую делают патроны более тяжелыми. То есть они сохраняют очень высокую кинетическую энергию, но при этом не разрывают ткань воздуха. Мы не слышим этот резкий реактивный щелчок, который мы видим при взлете самолета. Я избавился от наушников и посмотрим, как работает дозвуковой патрон. У меня есть пневматическая винтовка, она стреляет громче. Классная вещь. Ресурс армейских образцов составляет гарантированный 10 тысяч выстрелов. Это означает, что гарантированный ресурс означает, что в течение 10 тысяч выстрелов с ними ничего не случится. Не сломается ни одной детали и так далее. Ресурс ствола, максимальный ресурс ствола, которого нам удалось достигнуть, это, скажем так, тут немножко надо оговориться. В армейских требованиях ресурс ствола считается ущербным, когда кучность превышена в два раза относительно изначальной и так далее. Интересный факт. Да. На нашем пистолете кучность патроном 7М29 с расстоянием 25 метров сидя со стрелковой скамьи составляет радиус R50 3 сантиметра.
Это он должен быть менее 3,5 сантиметра. Сами понимаете, он, чтобы выбивать 3 сантиметра с гарантией, надо выбивать 2 сантиметра. То есть кучность образцов крайне высокая. Когда мы получим реальную статистику, мы будем точно заявлять. Я думаю, что мы когда начнем его посылать в тиры, мы все более точно представим и так далее. Вот максимальный ресурс, который нам удалось достигнуть без замены деталей, и когда он с кучностью упал в 2 раза, прошу заметить, на патроне 7,29, 33 тысячи. 33 тысячи – это более чем достаточно. Пистолет ЧЗ может умереть на 10, 12, 15 тысячах и требует замены частей, в том числе это затворной задержки и так далее. Поэтому ресурс для спортсменов – вопрос ключевой. Разборка данного пистолета достаточно простая. Извлечь магазин, проверить пистолет на разряженность и так далее. Далее повернуть рычаг ствольной задержки на 90 градусов вниз, после чего извлекается затвор, рамка. Извлечь возвратную пружину в сборе, ствол и затвор. Сборка производится в обратном порядке. Вставляем ствол, ствольную задержку, возвратную пружину, прошу прощения. Засняем затвор. Все. Надеемся, что вам понравился наш эпизод и новое оружие будет чаще оказываться в нашей программе. Это были «Мужские игрушки», Сергей Иванов и телеканал «Точка отрыва».